Снова 5 баллов за упаковку. Когда мы открываем, мы обнаруживаем приятный сюрприз. Здесь лежит вот такая вот маленькая прозрачная ложечка, которой очень удобно доставать маску и наносить ее на лицо. Когда мы снимаем защитную такую же вот крышечку, с очень нежным кремовым ароматом вы можете наблюдать белую кремовую маску. Она похожа по текстуре на сметану. Очень похожа на сметану, только она еще, по-моему, более белая, более насыщенная. Очень нежная текстура кремовая, очень приятно наносится на лицо. Здорово массировать ей кожу. Но у меня она вызвала аллергическую реакцию. Несмотря на то, что я человек, ну, в принципе, не аллергик, но у меня она вызвала аллергическую реакцию. Сначала, когда я ее нанесла на лицо и держала, по-моему, 10 или 15 минут, я не помню уже сколько нужно, не было никаких таких